В Волгограде оценили возможность исполнения мелодий на колоколах строящегося собора святого князя Александра Невского. Специалисты проверили работу системы управления колоколами и определили репертуарные возможности звонницы. Это фа диез. Эту соборную звонницу можно считать уникальной. Все ее колокола подобраны по тональности. Она состоит из 18 компанов, самый большой из которых весит 12 тонн. Сейчас на звоннице установлена временная система управления. В будущем поставят более совершенную, которая позволит играть как на инструменте. Специалисты проверили мелодические и гармонические возможности звукоряда, оценили спектр мелодий. Можно исполнять на наши колокольни и церковные песнопения, которые будут узнаваемы. И также можно и народные какие-то мелодии, также узнаваемые на этой колокольне. Возможности хорошие. Вот эти вот колокольные звоны, вибрации, они очищают душу. Человек не просто так уже стремится потом идти в церковь, что-то происходит с ним, они его притягивают. Поэтому мы будем считать, что колокольня – это голос церкви, который собирает всех христиан.